Должен быть красивый спуск к Дону, тем паче строится вот эта арена футбольная. Это все они теперь решили воплотить в жизнь. И когда я задала вопрос, ну если это вы решили все воплотить, да почему не прийти в Тане, кто и кто, и сказать, вот, жилье, ну вы заберите свое, все, что вам дорого. Если ты много захотел сказать, ты и чересчур там грубишь. Получи то, что тебе положено. Да еще, мало того, еще осталось без ничего. Неприятный момент. И мы можем за эти деньги что-то купить. А сейчас вот вы где-то там, не знаю... В общежитии. В общежитии. В общежитии. Кстати, самое интересное, Ксения Анатольевна... Уже с августа месяца. Да. Кто где? Кто на квартиры поуходил, потому что есть животные, животными не разрешали в общежитиях жить. А за это все надо платить. Мы не можем что такое 100 тысяч? За квартиру месяц, два, три. Основное ваше требование состоит в том, чтобы повысили вот эту стоимость. Конечно. Это не рыночная цена. Если кто-то не может восстановиться. Это во-первых. Нет, это понятно.